2015 год объявлен в России годом культуры. В Чувашии он будет посвящен 125-летию нашего классика Константина Иванова. Принимая эстафету работников культуры, сотрудники Национальной библиотеки провели необычную акцию «Библиоель на расхват». Жюль Верн, Дюма, Пушкин, Лев Толстой, Булгаков и еще десятки известнейших писателей и поэтов объединил арт-проект Чувашской национальной библиотеки. Перед Новым годом здесь выросла «Библиоель». При ее строительстве использовалась только художественная литература, произведения русских и зарубежных классиков, издания современных авторов разных жанров и направлений. Книжная красавица украсила библиотеку уже в третий раз. Я люблю тебя, зимушка русская, и морозь. На тебя я совсем не сержусь, потому что к лицу ты России. Русским зимним пейзажем горжусь. Разбирали «Библиоель» при большом скоплении читателей. И каждый мог унести с собой понравившуюся книгу-ветку. Впервые мы предложили нашим читателям и гостям взять любую понравившуюся книгу домой. Таким образом, мы привлекаем внимание к чтению. И то, что наши друзья проявили такой небывалый интерес, для нас стало практически шоком. Мы очень довольны. Возможность выбрать книжки из «Библиоели» получили победители и участники конкурса стихов и просто активные читатели. Этот год у нас литература. И мне кажется, очень хорошо, что наконец-то Солженицына будут изучать в школе. Но я выбрала и прошу. Я преподаю в колонии. И хочу отсюда подарить вот две книжки для колонии. На разбор «Библиоели» пришла действительно читающая публика. Знакомая с классиками мировой литературы не понаслышке. Они сами готовы делиться информацией, впечатлениями и рассуждать о прочитанном. «Остров сокровищ», Жюль Верн и Достоевский. Моя мама читала, я тоже хотела прочитать еще раз. Я очень люблю читать. Я всегда читаю дома, и я не могу без этого. Это лучше, чем компьютер. Я читаю Дюму. Хотел бы собрать все 15 томов, но не посчастливилось. Собрал 4. Очень уважаю творчество этого писателя. Хочу прочитать «Три мушкетера» еще раз. Очень искала книгу Булгакова «Мастер и Маргарита». Я прочитала у нее рецензию и очень захотела прочитать. Я бы, конечно, больше унесла книг, но у меня просто рук не хватает. Оказывается, народ действительно хочет брать книги, и это приятно, это не может не радовать. Мы набрали целый рюкзак с друзьями. Диккенса мне. Я пришел за Диккенсом, и я Диккенса отхватил. Большие надежды, я еще не читал, обязательно прочту. «Библиоель» с каждым годом увеличивается. И в конце 2015-го библиотекари обещают сделать ее еще выше и насыщеннее. Татьяна Трофимова, Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, «Республика».